Всем привет, друзья! Мы с вами в Ульяновске на стадионе Троицы. Как вы видите, сегодня в Ульяновске, городе, как правило, достаточно холодном, но по весне, естественно, раскрывающимся, расцветающим, как, собственно говоря, и все остальные. Сегодня «Волга» принимает «Краснодар-2». Два клуба, которые замыкают таблицу, матч аутсайдеров и матч команд, которые вроде бы уже, наверное, с надеждой сохранить место в дивизионе распрощались. Но, во-первых, посмотрим, что будет дальше, каким будет будущее. Тоже очень хороший, на мой взгляд, вратарь. Я не боюсь перехвалить, потому что были матчи, хотя посмотрите, что происходит. Вот сейчас нужно было решать и Маму Туре, и, в общем, Штепе тоже вступать в игру. В итоге и Туре решал, и Штепа, в общем, до последнего пытался здесь принимать решение. Но, мне кажется, правильно сделал, что не стал нервничать и суетиться. Неудачный отрезок. Действительно, посмотрите, вот это 15-минутка для «Волги» сложная. И вот сейчас именно Краснодар идет вперед, как будто прочитав этот титр. Удар по воротам. Близко очень к штанге и к ближнему углу. Но еще раз посмотрите на позицию Климовича. На мой взгляд, вот, вдоль линии ворот... Карпов, по-моему, это он был. Передача на Санко. Какой удар! Великолепен Климович. Первый сейв, первый пошел. О, слишком технично. Но, ребята, это же Краснодар быстрый. Не потеряли в итоге мяч. Сегодня только четвертая встреча, которую он проводит. В прошлом году играл за Краснодар два чаще. 13 матчей. А вот удар рядом со штангой. Очень опасно. Климович не прыгал, как будто понимал, что мяч идет мимо, но вообще сумасшедший момент. Там меньше полуметра было до штанги. Камлашов, по-моему, приложился к мячу. Это не единая лига, дивизионов много, но все-таки и Волга, и Тюмень в одном сходились. Удар по воротам, рикошет только спасает сейчас от пропущенного мяча Волгу. Это было очень... изящно, на самом деле, доставка мяча вперед, а вот потом уже сам удар. Хорошее наблюдение. Удар, гол, здесь без пенальти обошлось, но все-таки Аслан Дашаев, вы посмотрите, что он сделал. Все его обнимают, Магомадов берет мяч себе. Для Волги сейчас, возможно, несколько изменится жизнь. Потому что если они выигрывают, будет не 23 очка, как было перед матчем, а 26. Аслан Дашаев. Сейчас 1-0. Сухой счет. В пользу Волги. И самое главное, 3 очка в кармане. Давайте поздравим Волгу с этой победой.